Боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе. Бой, который прошел в Далласе, продлился все 12 раундов, и судьи отдали победу россиянину по очкам. Это был бой-реванш. На первый поединок боксеров состоялся в августе прошлого года, и тогда Альварес победил техническим нокаутом. Вскоре россиянин заявил, что намерен вернуть свой пояс. Букмекеры посчитали фаворитом его соперника. У Альвареса перед боем не было поражений на профессиональном ринге.